мы продолжаем удивлять своих клиентов. Возьми займ и выиграй путевку в лето. Отличные наличные. С заботой о клиентах. Накануне вечером стало известно об обнаружении при поисково-спасательных работах тела пропавшего шахтера. Напомним, 30 апреля при ведении горных работ произошел обвал кровли на шахте «Межигей-Уголь» в Тандынском районе. На поверхность вышли 79 человек. Судьба одного шахтера, начальника участка, была неизвестна. Как только стало известно нахождение пропавшего под завалами шахтера, глава Тувышалбанка Раул на своей официальной странице в социальных сетях выразил соболезнования родственникам погибшего. Скорблю с родными. Он погиб как истинный командир. Сначала подчиненных спасай, потом сам. Так и поступил. Ценой своей жизни. По факту обвала на месторождении «Межигей-Уголь» и гибели горняка региональным следственным комитетом было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при ведении горных работ». Следственными органами Следственного комитета России по Республике Тыва по результатам доследственной проверки, проведенной по факту обрушения горной породы на шахте «Межигей-Уголь», возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 216 Уголовного кодекса Российской Федерации. Это нарушение правил безопасности при ведении горных работ. Обрушение на шахте угледобывающей компании «Межигей-Уголь» на глубине 140 метров от поверхности произошло в понедельник после сбоя в работе горного комбайна. А погибший Андрей Пикулев в момент обрушения осматривал комбайн. В компании мужчина работал вахтовым методом, приезжал из города Белово Кемеровской области. Сегодня на базе Центра традиционной тувинской культуры и ремесел прошла научно-практическая конференция, посвященная Дню радио, который ежегодно отмечается 7 мая. Мероприятие началось с торжественной церемонии вручения государственных наград работникам и ветеранам сферы связи. Всех присутствующих с предстоящим профессиональным праздником поздравил заместитель председателя правительства Тувы Максим Тунев. Хотел бы, знаете, пожелать вот этой вот внутренней уверенности и попросить наших ветеранов отрасли связи поддерживать нас. У нас сегодня много энергии, но нам иногда нужно какое-то мудрое наставление. Мы очень хотим слышать эту поддержку от вас. Хорошего вам следующего года, дорогие коллеги. Ну и давайте отпразднуем этот праздник. Спасибо. Также в ходе торжественного мероприятия были отмечены и ведущие радиокомпании Тувы. Сегодня на всю территорию республики вещают две радиостанции, что в условиях труднодоступности региона играет большую роль. В отдаленных районах Тувы именно радио становится первоисточником информационных событий, происходящих в республике. Также приветствуем радиостанцию «Голос Азии», первое интерактивное и молодое радио в Республике Тыва. В 2017 году радиостанция «Голос Азии» запустила FM-вещание в районах Тувы. В частности, самых отдаленных журналистов радиостанции могут слышать 217 тысяч жителей республики. Потому сегодня «Голос Азии» для жителей сельской местности является одним из самых оперативных источников информации. В этом году проект «Голоса Азии. Село. Моя большая малая родина» получил поддержку Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. На торжественном мероприятии почетными грамотами и благодарственными письмами Министерства информатизации и связи, а также Верховного Хурала Республики были отмечены и ветераны отрасли. Отдел информационных технологий акционерного общества 21 форум. Отметим, что 7 мая 1895 года на заседании Русского физико-химического общества российский физик Александр Попов выступил с докладом и демонстрацией созданного им первого в мире радиоприемника, осуществив первый сеанс радиосвязи. С тех пор 7 мая стал профессиональным праздником для работников радио и связи. В рамках реализации федерального и республиканского законов об организации бесплатной юридической помощи населению 11 мая на территории республики проводится День бесплатной юридической помощи. Планируется организация консультаций на территориях участников акции, а также проведение выездных консультаций для ветеранов Великой Отечественной войны. Стоит отметить, что Дни бесплатной юридической помощи региональным министерством юстиции организовываются до 4 раз в год.
В республику прибывают новые автобусы для осуществления пассажироперевозок. В рамках реализации государственной программы республики «Развитие транспортной инфраструктуры Республики Тыва» на 2017-2019 годы Министерством дорожно-транспортного комплекса совместно с мэрией Кызыла принято решение о приобретении 20 автобусов марки «ПАЗ» на условиях софинансирования. Из них 14 единиц для городских и 6 для междугородних перевозок. Столичной мэрии 15 марта текущего года проведены торги на поставку автобусов, и на сегодняшний день прибыло в республику 15 из 20. Поставка остальных автобусов ожидается до 9 мая. В целях организации пассажирских перевозок на межмуниципальных автобусных маршрутах Миндортрансом также проводится открытый конкурс среди юридических и физических лиц на право осуществления регулярных пассажирских перевозок на межмуниципальных автобусных маршрутах республики. С 1 июня этого года планируется открытие регулярного автобусного сообщения по маршрутам Кызыл-Агдывурак, Кызыл-Эрзин, Кызыл-Сарыксеп, Кызыл-Чедыхоль и Кызыл-Шаганар. В первой статье закона Тувы о праздничных днях указано, что 6 мая – день Конституции Республики Тыва и является нерабочим праздничным днем. А при совпадении выходного и нерабочего праздничного дней выходной день автоматически переносится на следующий после праздничного рабочий день. 6 мая совпадает с выходным днем, воскресеньем, а первым рабочим днем является 7 мая. Следовательно, на 7 число автоматически переносится выходной день. Таким образом, в апреле-мае этого года работники отдыхают с 29 апреля по 2 мая в связи с празднованием праздника весны и труда, 7 мая в связи с празднованием Дня Конституции Тувы, а также 9 мая в связи с празднованием Дня Победы. Министерство культуры Тувы проводит конкурсный отбор заявок от физических и юридических лиц на получение грантов главы председателя правительства Республики Тыва в области культуры и искусства для реализации творческих проектов по следующим направлениям. Изобразительного, музыкального, хореографического, театрального и циркового искусства, кино, музейного, библиотечного, архивного дела, народного творчества, художественных промыслов и ремесел, образования и научных исследований в сфере культуры и искусства. Подать заявки можно до 15 мая. И о курсах валют. Доллар стоит 63 рубля 49 копеек, евро 76 рублей 13 копеек. День Победы – это праздник со слезами на глазах. Каждый год в этот знаковый для всей страны день в столице Тувы проходит торжественный парад, посвященный праздничной дате – 9 мая. Не пропусти! Смотри прямые трансляции парада 9 мая в Кызыле, на ТНТ Кызыл и на сайте youtube.com. Слушай на «Голос Азии» 102,5 FM. Это наш общий праздник. Генеральный партнер прямой трансляции – «Такси Апельсин». Еженедельная газета «Тува ТВ» – это всегда свежая и актуальная информация. Программа передач на неделю, тибетские и астрологические гороскопы, множество рубрик на различные темы, все для досуга и развлечений. И огромное количество объявлений. Рынок республики в еженедельнике «Тува ТВ». Полицейскими установлены и задержаны организаторы незаконной игорной деятельности, которые подозреваются в организации азартных игр. Оперуполномоченными Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Тыва установлено, что указанные граждане в нежилом здании, расположенном в Кызыле по улице Каменистой, организовали и проводили азартные игры с использованием игрового оборудования вне игорной зоны. В ходе обыска в помещении игорного зала, а также по местам жительства подозреваемых, полицейскими обнаружено и изъято 20 игровых аппаратов, 17 сотовых телефонов и черновые записи, имеющие значение для расследования уголовного дела. В ходе рейдового мероприятия задержаны пятеро граждан, двое мужчин в возрасте 35 лет и три женщины в возрасте 35 и 45 лет. Региональным следственным комитетом в отношении указанных граждан возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная организация и проведение азартных игр». По версии следствия, в период с 12 декабря 2017 года
35-летний подозреваемый, достоверно зная, что Республика Тыва не входит в число игровых зон, созданных на территории Российской Федерации, с целью незаконной организации проведения азартных игр, привлек 4 местных жителей в качестве управляющего и операторов игрового зала. После этого подозреваемые, действуя согласованно и из корыстных побуждений, в оборудованном под игорное заведение помещении, расположенном по адресу город Кызыл, улица Камениста, дом 15, без регистрации и без соответствующей лицензии, незаконно организовали и проводили азартные игры. В настоящее время оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление возможных дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанных, продолжаются. За последнюю неделю апреля за медицинской помощью от укуса клеща обратились 137 человек, из них 74 пострадавших – дети до 17 лет. Это на 86 случаев больше, чем за предшествующую неделю. Заболевших клещевым вирусным энцефалитом и другими инфекциями, передаваемыми клещами, не зарегистрировано. С 40 пациентам по медицинским показаниям был назначен иммуноглобулин. В Кызыле зарегистрировано 26 случаев укуса клеща. В текущем году запланировано привить против клещевого энцефалита свыше 21 тысячи человек. Из них около 16 тысяч составляют дети. Полностью вакцинация завершена на 8 административных территориях. К 10 мая планируется полностью выполнить план вакцинации среди детей. С 25 мая в Туве начнется основной период государственной итоговой аттестации. Все учащиеся 9 и 11 классов активно готовятся к ОГЭ и ЕГЭ. В этом году сдавать государственные экзамены в основной период будут более 5500 выпускников 9 классов и около 2000 11-классников. При проведении государственной итоговой аттестации задействовано около 3300 работников и 632 аудитории будут транслироваться в режиме онлайн. Сдавать госэкзамены выпускники будут в пунктах проведения экзаменов, всего их 51. В 9 классах 27 пунктов проведения экзаменов и в 11 24. В целях объективного проведения экзаменов и обеспечения равных условий для каждого участника обеспечено 100% аудитории онлайн и видеонаблюдения, 100% печать экзаменационных материалов в аудиториях. Национальный музей Тувы вошел в число ведущих учреждений культуры России 2017. Таким образом, главный музей республики официально признан национальным реестром одним из лучших учреждений культуры Российской Федерации. Целью формирования реестра является создание единого информационного ресурса по учреждениям и организациям культуры, деятельность которых вносит позитивный вклад в общее социально-экономическое развитие сферы культуры своего региона. Этот реестр призван помочь государственным и общественным институтам, предприятиям и организациям, а также простым гражданам как в России, так и в любой стране мира осуществлять поиск информации об интересующих их ведущих учреждениях культуры России. Универсам номер 19 по адресу Ровенская, 8 подготовил для жителей Тувы розыгрыш холодильника марки «Бирюса». Для участия вам нужно купить продукты на 600 рублей, и вы получаете карту с номером, которая позволяет вам участвовать в розыгрыше. Не забывайте, чем больше карточек, тем больше шанс получить приз. Розыгрыш нового холодильника марки «Бирюса» состоится 27 мая в 15 часов по адресу Ровенская, 8 в универсаме номер 19. На 600 рублей вы можете приобрести много чего. Если вы бережливая хозяйка, то приходите в универсам номер 19 по адресу Ровенская, 8. Еще и поучаствуйте в розыгрыше. В Кызыле с 27 апреля по 27 мая в Национальном музее открывают двери для своих посетителей сразу две увлекательные зоовыставки – контактный зоопарк и выставка экзотических бабочек. На первом этаже в контактном зоопарке вас ждут величественные рептилии, могучие удавы, ящерица, крокодил, забавные пушистики, озорные хорьки, милые шиншиллы, веселая обезьяна, а также цветастое великое множество птиц с разных уголков мира –
Разнообразие фауны в контактном зоопарке радует всех посетителей. Да и действительно, остаться равнодушными от этих общительных ручных созданий просто невозможно. А на втором этаже расположилась выставка экзотических бабочек. Только здесь вы можете насладиться всей красотой этих удивительных насекомых, которых на выставке представлено около 30 видов. Это бабочки из Индии, Китая, Египта, Америки и многих других стран. Во время экскурсии вы узнаете, где и как рождаются бабочки, чем они питаются, почему их нельзя брать за крылья и много других фактов об этих прекрасных созданиях. И, кстати, на выставке бабочки свободно летают по помещению, а значит, их можно покормить, подставить им для посадки плечо и сделать красивое селфи. Причем абсолютно бесплатно. Побывать в контактном зоопарке или на выставке бабочек вы можете ежедневно с 11 утра до 19 вечера в Национальном музее города Кызыла. Родители и дети старше 3 лет проходят по обычной цене билета – 200 рублей. Все дети до 3 лет бесплатно. А при покупке 2 билетов на каждую выставку вы получаете скидку в 100 рублей. Билеты приобретаете в кассе музея. Действуют групповые заявки. Откройте для себя удивительный экзотический мир. В ближайшие сутки по республике ожидается переменная облачность, ночью местами небольшой дождь, в горах мокрый снег. В Кызыле переменная облачность без осадков. Ветер западный от 3 до 8 метров в секунду, днем порывы до 12. Температура воздуха ночью 0 плюс 2 градуса, днем плюс 19 плюс 21.